Вот еще один отреставрированный дом в Енисейске. Красиво все. Но мы снова давайте посмотрим, что происходит. Это видео на днях снял один из гостей Енисейска. Пройдя по историческим улицам старинного города, он увидел не только красоту отреставрированных зданий, но и все огрехи ремонтных работ. А не заметить их действительно трудно. Вот, например, как сейчас выглядит стена ограды возле памятника архитектуры на улице Кирова. В здании располагается управление культуры города. Его сотрудники говорят, что штукатурка начала отваливаться пластами уже в первые месяцы после сдачи объекта. Коль стена осыпается, и она уже ремонтировалась, говорит о том, что либо материалы очень низкого качества, либо руки не те, которые делают. Больше я ничего не могу сказать. А ведь это самый центр города. И, конечно, такие стены вряд ли привлекут туристов к изучению истории Енисейска. Глядя на эту разруху, у многих горожан возникает желание взять в руки мастерок, шпатель и самостоятельно заштукатурить эти стены. Но, к сожалению, делать это нельзя, ведь все отреставрированные здания находятся под охранными обязательствами. Эта проблема хорошо известна городским властям. Их позиция остается жесткой. Такой, так сказать, ремонт принимать не будут. И по каждому из объектов, где выявлены подобные нарушения, строителям уже предъявлены требования переделать. Мы будем добиваться того, чтобы данные объекты нам передавались не только в хорошем, но и в отличном состоянии, потому что затраты большие. Там выписаны не только предписания, там представлены претензии, предъявлены претензии, согласно которых подрядчик должен устранить вот эти вот вещи, все вот эти шероховатости, свой брак. Другого слова здесь не подберу, здесь брак. Поэтому я надеюсь, да я уверен в том, что это будет все устранено. Пока такой явный брак выявлен на трех отреставрированных памятниках архитектуры. Устранять его и заново штукатурить стены строители должны начать в ближайшее время. Они уверяют, ко дню города подобных недочетов уже не будет. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Енисей, новости.